Противопожарно-спасательная служба Московской области отметила 10-летний юбилей. Торжественное мероприятие по случаю праздника состоялось в Люберецком дворце культуры. По традиции, лучших сотрудников госучреждения отметили наградами. Пятьдесят тысяч спасенных жизней. Эта статистика в очередной раз говорит о бесценности и значимости службы, созданной 10 лет назад. За это время сотрудники Мособлпошспаса провели около 600 тысяч выездов по сигналу тревоги, приняли участие в ликвидации последствий 27 крупных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В день создания государственной службы в их адрес звучат слова признательности за самоотверженный труд и готовность в любую минуту прийти на помощь. Конечно же, хотел бы пожелать вам как можно меньше нештатных ситуаций, как можно всевозможных чрезвычайных ситуаций до минимума их свести. Конечно, вы народ служивый при погонах, поэтому есть такая поговорка, чтобы не было потерь среди личного состава. Но потери среди личного состава, к сожалению, имеют место быть. Участники торжественного собрания почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Общая численность сотрудников Мособлпошспаса составляет порядка 8 тысяч человек. Это пожарные, авиаторы, кинологи, взрывотехники, водолазы, медики, специалисты-химики и радиационщики. В структуру госучреждения входит 22 территориальных управления. Под ее надежным крылом находится не только весь столичный регион, но и другие субъекты Российской Федерации. Согласно применению, как федеральные силы, так и областные силы способны работать на сопредельных территориях. Это и Калужская, и Тверская область, в Крымске в свое время принимали участие также наши силы и средства. Московская областная пожарно-спасательная служба, я считаю, это самая уникальная служба. И такого подразделения, такой службы с такой численностью нет на территории ни одного субъекта Российской Федерации, кроме Московской области. В честь юбилейной годовщины со дня основания госучреждения лучшие работники получили награды. В торжественной обстановке были присвоены почетные звания и вручены памятные медали и грамоты. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.